Наконец-то все теперь красиво, с картинкой, с вебкой, без задержки. Интересно, здесь разбиться можно или нет? Давайте узнаем заодно. Это бачком же. Привет, брат. Будем выдраться. О, не пробил. Гусеница восстановлена, можно ехать. Не пробил. О! А под калибрами я тебя буду сюда шить или нет? Да, прошил. Блин, там еще брат на полу. Да ты отстань от меня. Так. Как же он танчит по-царски. Блин, братья, помогайте. Давай, давай, стреляем. Хорош, хорош, красавчик. Сейчас мы еще будем камбэчить. Там у нас сверху много ребят хотят упасть на нас. Блин, прикольный танчик, на первый взгляд. Ага, попался. Который мне БКшку ломал. Так, сейчас он падать должен, да? О, понял. Йогу! Вот дебил. Это вообще просто... Вот безмозглый. У нас, кстати, этот, Скалис, у нас же распределение идет этих по ротам теперь будет. До 15 июля где-то. Так что если ходить с Креспиксом, гоу ко мне. Блин, успею, не успею сбить. Понятно. Ай-яй-яй-яй, надо захват сбивать, а тут епись еще какой-то привязался сзади. А я думал, ты на захвате. Кто что на захвате там? Фейл, фейл. Так. Да куда ты от борта потный бортом выезжает? Вышел, не пробил, ушел, все. Потеет еще там от борта, хочет что-то. Вот и все, вот, правильно. Троечку пофиг. Смотри, какой кровожадный. А-ля-ля-ля-ля, бежит, летит. Я еще по спине получишь. Блин, как я его не пробил. Вот 71 теперь еще нападает. Блин, сколько вас? Собака страшная. Ладно, сам заехал не туда. Давай чатик. Он сразу там пишет на радостях ПТшка, который вообще на другом фланге стоит. Кимпери... А, нет, на том же она фланге. А такой вопрос, какие ветки качал сам, не за золотишкой и свободкой? Еще посмотрел твое видео по боссу и захотел его себе в ангар. Много ли придется страдать на этой ветке? Вот именно эту ветку я прокачал за голду. От борща... А, нет. 9-й ПТшки я качал. Примерно до босса. А до борща за свободку взял. Так что я не могу сказать, будешь ты страдать или нет. Раньше все танки выкачивал сам. Примерно год, полтора года в основном их прохожу за свободку. Блин, а понял, никуда я не убегу здесь. Так, тут арта мне... Хотел сказать, тут арта мне не закинут, она закинула. А, тебе так удобно чат? Да, удобно чат читать. Гол направо повернул. А по-другому я его не смогу читать вообще никак. На лиге мы играем на пресс-аккаунтах, где вся техника прокачана. Все перки. Все там есть, вот ты просто идешь и стреляешься. А когда-то мы играли первый сезон Star Ladder на своих аккаунтах, и у меня был 69-й. В каждой команде было по одному Т-69. Ну, там, на городских картах. И у меня был 69-й с самым прокачанным экипажем. Где-то на один перк больше было. Блин, он под камень.
Че он делает? А, ну поехали дальше драться. Дима, расскажи про свои планы насчет авто. Не так давно ты об этом говорил. А, да. Хочу себе в августе, может. Не знаю, будет возможность себе в августе возьму какую-нибудь Тойотку. Старенькую, чтобы педали крутила и ездила, и все. Вот. Не знаю, какую-нибудь Тойоту себе хочу взять, чтобы... Какую-нибудь Тойоту Королу, чтобы бегала и... Все равно, а то особо ездит. Он прыгнул, на тренировке съездил. Прыгнул, ребенку куда-нибудь отвез, и все. Больше так только мне машина не нужна. Задрот, за компом же сидим. Много времени. Извини, если я тебя обижу, ты только в танки играешь или есть другая работа? Я только в танки играю. Если бы я где-нибудь работал, я бы не играл в танки тогда. Потому что тут выбирать надо, на что время тратить. Ну, именно так, как мы играем, считай. Типа профессиональные киберспортсмены, все дела. Какой у тебя режим дня? Ну вот 2 дня я просыпался 7:30 утра, ложился 1:30. Вот. Куча дел успевал делать. А сегодня я не знаю во сколько. Ну опять же, 7:30 по-любому надо проснуться ребенка в садик, а потом уже... Блин, забрали его. А потом посмотрим. Сегодня тренировки нет. Может, видосик какой-нибудь запишу прикольный, все получится. Может, посплю. Как ты оценишь пафосные прически, типа как у Страйка? Не люблю. Не люблю такие прически. Себе такой делать не буду. Вот нормально, по двоечку, по троечку постригся и все. Может быть, там года через 3 взгляды поменяются, я не знаю. На данный момент нет. Дима, везло ли тебе в жизни по-крупному, например, большой выигрыш денег или какая-нибудь типичная находка? Мне было 13 лет, я шел, пнул какой-то снежок, и оттуда вывалилось 500 рублей. Это моя единственная, наверное, находка. А, еще бизнес нормальный в 13 лет, или в 12, я не помню, сколько мне было. Елками, рядом с рынком кто-то елками барыжил. Приехали милиции, их забрали. Елки остались. И вот мы их по 5 рублей прохожим продавали. Тоже нормально. Помню, 30 рублей заработал. Примерно там. Ну, плюс-минус. Считаешь ли Страйка лучшим игроком? Вот. Тяжело сказать. Сейчас очень много людей, которые хорошо херачат в рандоме. Также много игроков, которые хорошо херачат в 7.54. Он один из самых... Он входит в, там, в группу сильнейших игроков. Но я даже не могу назвать кого-то самым сильным. Каждый по-своему хорош. Максим, например, хпшечки хорошо сохраняет. До конца боя. Блин, уже... А, это и этот. АМХ на горок. А. Это арта это... Правда, что Джов создал клан? Да. Прикиньте, создал и бросил свои дичь. Ну, просто вот ливнул, сказал, все, левша, я ухожу. Занимайся ты теперь кланом. А если, говорит, заниматься не будешь, я тебя кикну. Вот, все, что теперь? Левша, как тебе диета? Худеешь? Про танки не буду спрашивать. Диета у меня... Да, она такая, я просто там некоторые продукты перестал есть. Мне вот знакомый парниша, который сам выступает на соревнованиях по бодибилдингу. Правильно сказал, да, по бодибилдингу? Напишет диету на 3 месяца. И вот где-то я с пятницы начну соблюдать. Посмотрим, ради интерес. Так сказать, испытание для себя. Откатиться от всего вкусного. Мучиться буду, потому что я пожрать люблю. Дим, правда, что ты раньше принимал часто участие... Принимал участие в турнирах 1 на 1, имел неплохие результаты. Да, я выиграл первый турнир на деньги и выиграл $150. С учетом налога получил $123. Потом я выиграл вторые места, вторые, первые вроде еще один раз брал и все. Ну, нормально, я года полтора там выступал. Да, все, ребят, обязательно подписывайтесь, приходите на стрим, будем общаться, буду играть, нагибать, может быть, а может быть и нет. В общем, все. Всем пока.